Терпеливые, внимательные и работящие сотрудники сферы жилищно-коммунального хозяйства свой профессиональный праздник, как всегда, встречают в трудах и заботах. Весной проблем хватает, но на встречу с коллегами-ветеранами время всегда найдется. Сложная была зима, и Ленинский городской округ – это тот округ, который прошел практически без аварийных ситуаций. И все это, конечно, благодаря слаженной работе ваших команд. За это я хочу вам сказать отдельное огромное спасибо. Лучшие специалисты отрасли получили награды Министерства ЖКХ Московской области, знаки главы Ленинского округа за личный вклад, почетные грамоты, благодарности муниципального совета депутатов. Особо отметили личный вклад ветеранов жилищно-коммунального хозяйства. Сотрудники ЖКХ, как правило, вспоминают только когда плохо или что-то случилось, и в день сотрудников ЖКХ. Поэтому я желаю нам всем, чтобы нас вспоминали один раз в год, день сотрудников ЖКХ, чтобы не было аварийной ситуации, не было проблем. Валентина Панфилова в профессии уже почти 20 лет. Рассказывает, что в коллективе много ветеранов и продвинутых молодых коллег, с которыми интересно работать. Люблю, когда трудности, а ЖКХ – это все время трудности, это все время что-то новое, все время надо менять, делать хорошо как-то жителям, населению, работать с населением. Ну, кому-то это тяжело, а мне это очень как бы нравится. За 15 лет работы в водоканале Владимир Фомин повидал немало аварий и чрезвычайных ситуаций. За свой труд награжден знаком главы за личный вклад в развитие округа. У нас большой спектр работы. Обслуживаем КНС-ные станции, пробиваем засоры. Как вы думаете, вообще сотрудники жилищно-коммунального хозяйства, они какие? Кто здесь должен работать? Какие люди? Работящие. Церемония награждения завершилась праздничным концертом. Для лучших специалистов своего дела выступили сольные исполнители, вокальные и хореографические коллективы. Галина Житкова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.